Всем привет. Богородцы приехали. Они сейчас справки заберут. А я подожду, потому что я справки-то забрала. А я вот здесь прогуляюсь вон. Как здесь. Вон мешки с эмметом кидали. Когда наводнение было, наверное. Чтоб спасали, не смывало. У меня, как сказать, горе. Компьютер у меня сломался. Короче, Windows слетела, скорее всего. Ага. Я осталась без компьютера и этот, а сын у меня не в Улаве, уехал в Екатеринбург, а так у меня сын младший бы быстренько бы все сделал бы мне, восстановил бы винду, но его долго не будет, так что я решила купить компьютер. Вот приехала в Богородск покупать компьютер. Ну. Видео, что у меня там с печкой. Печку я делала. Все там осталось. Потом. А, еще и этот купила я. Программу редактирования видео. Вот новое, вот только вот. Неделю назад купила. Ага, придется заново покупать этот редактор. И восстанавливать на новый компьютер. Короче, вот затраты такие. Я давно хотела купить компьютер второй, чтобы он стоял. Этот. Потому что чувствовала, что скоро у меня компьютер полетит. Он мне, во-первых, старенький уже, сколько лет уже его. Я не знаю, лет 15, наверное, ему. Или 10. Не помню. Что-то не помню, сколько ему. Ага. И это все там осталось, все материалы мои снятые. Еще там мне жесткий диск, на жесткий диск я кидала, потому что я второй там установила. Ну все там осталось, но потом сын приедет, все оттуда у меня вытащить и восстановит, и будут два компьютера работать. Вот, а пока мись куплю. Хорошо, что вон здесь Богородске есть. Куплю, конечно, не игровой, а такой, как его. Какой есть, такой куплю. Для работы мне надо. Ну, как-то так. Потом хотим это домой, когда будем ехать, хотим за грибочками в лес какой-нибудь зайти, посмотреть. Ну, зайдем. Приехала я с сестрой Олей и племянница. Племянница. Вот. Вот они пошли лицензию там. Получают. Ну, чайка красивая. А, это летит какая. Этот жара, жарко у нас, немножко рассеялся дымок, и это солнце пекет теперь. Но собираемся это на море съездить еще раз, съездим. Что, получили? Нет, там после обеда. Что, поехали, да? Поехали. После обеда, ну ладно, опоздали. Ну, поедем. Чё? А? Вон там, что это находится? Вот это я не знаю. Там на парикмахере цветы какие-то написаны. Пойдем, зайдем. Ради интереса. Ну, я все хочу, а сегодня когда времени нет. Почему цветы написаны? Ради интереса. Цветы. Составление букета. Купила
вторую шляпу. Первую шляпу мама вчера. Я ей подарила шляпу, ей другую, которая розовая. Ей не понравилась. Она забрала вот такую. А мне вот это нравится. И вот я сегодня купила вторую шляпу такую. Лето кончается, а я шляпы покупаю. Вот это что ли? Здесь написано парикмахерская. Видишь, что написано? Все. Это торчит. А, ладно, пусть оно торчит, чтобы дома срежу, а то потеряю. Вот такая я. Купила я компьютер. Просто не снимала. Ну все, домой приеду, поставлю. Соединю, покажу. Оля зашла, я не знаю, что она. Что здесь? Что же магазин? Цветочки, да? Ага. Цветочки там продают. Да. Любовь нету. Мы приехали на Черный Яр. Оля грибок нашла уже. А я что-то нож не взяла. Ножик я не взяла и пошла. Грузди? Ну, грузди можно собрать. Пойду, ножик возьму. Пойдем собирать. Приехали на этот Черный Яр. Ой. А. О. Ну все. Где он? Оля уже что-то собрала. Они глазастые, я не фига. Нифига. Один нашла. Вот он. Один нашла. Буду искать. Еще найду. Грузди какие-нибудь. Вон они. Они-то глазастые. Вот какой-то есть. Ну, не знаю, что взять его. Ну, чистенький он. Это старенький, наверное. Старый. А я еще ведро какое большое взяла. Пребольшое ведро. Во. Ой, ай, комар кусается, а? Комары-то. Я-то ничего не взяла такое, чтобы это закрываться. Они уже убежали от меня. Вот что нашла я. Ой, какой красивый. Ева. Хоть грузди собирать надо. Уже что-то есть у меня вон. Я еще нашла. Вот такой маленький. Вот еще нашла.
маленькие. Еще нашла. Вот, нашла. Вот еще. Вон такие маленькие, вон. Такие маленькие. Хобаце. Хобаце. Это вот что-то, что же грибочки. Ай, поганки. Поганки. Оля с Яной куда-то делись, и я здесь одна хожу. Где они? Я уже вон сколько собрала. Ну, а что еще дальше? Вот кто-то уже здесь был. Какой-то гриб интересный. Непонятный. Что за гриб? Такой. Наверное, вот такой грибок. Но. Засолю беху эти, как его, ой, червивый. Фух. Ладно. Он мокрый. Какие, вон у них какие богатые. Вот это, Галя, вот здесь много таких. Вот таких. Ну, я только грузится, а мне больше ничего не попадается. Грузи одни. Ну, домой приеду, посолю, замочу. А я еще думала, зачем я такой большое ведро взяла. Ну, оказывается, чуть-чуть собрала. Будет у меня. Фу, блин, какая-то башка. Что такое? Ой. Я белый нашла, вот срезала. Беленький нашла. Наконец-то я беленький нашла. А? Он сидел и ждал меня. Вот. Оля, а это что же гриб? А? Ай, это же поганка. Поганка такая, да? Фух. Как душно, а? Фу-ху-ху. Я хочу воды попить. Ну, они пошли дальше.
Ой, у меня нога заболела. А это вода. Наверное, на берег хочу искупаться здесь. Хотят они, не захотят. Ну. Ладно, я... Как сказать, положу. Они пошли собирать. Я что-то уже не хочу. Хочу. Ой! Вот сколько у меня получилось. Ну. Ладно. Он там собирает, а я так. Приехала к маме. Вон у мамы, оказывается. Он цвет любит. Ну, цветочки мамины. О, какая красота. Ну, астры у мамы открылись. Надо посмотреть маме на астры, которые она выписывала. Она эти хоть выписывала? Ну-ка. Такой. Такой, что ли, да? Ягода. Ну-ка, еще рано. А еще рано. Рано. Такой. Еще не раз. Все, красивый цвет какой-то, да? И вот еще какой-то будет. Цвел. Красивые. Мне нравится, как они плетутся. Ну. Вон какие-то прикольные, нежные, маленькие шипчики. Ну. А вот они какие-то низкорослые георгины. Вон какие низкорослые. А это длинный. Ну. Вот. Ой. Нога что-то заболела. Ладно, мы приехали с Багровска. Олю отвезла. Янку отвезла. К маме сейчас поужинаю. И домой. Буду устанавливать компьютер, что сегодня купила. Ну. И начну закачивать этот редактор. Чтобы монтировать видео. Вот он материал накопил, накопилось. А... Вот такие вот, как сказать, пироги случились у меня с этим компьютером. Ну, вот.
Ой.